Итак, всем привет! Я сейчас нахожусь в аэропорту Лос-Анджелеса. Говорят, что это самый большой аэропорт в мире. Я, честно говоря, не проверяла данные официально, не знаю. Вот. Но, в общем-то, в целом это круто, конечно. И уже прошло 14 месяцев с того момента, как я попала в Штаты. И я должна была вернуться в мае, думаю, в начале мая, но так как случился коронавирус, я, конечно же, не смогла вовремя вернуться и, так сказать, подзастряла. И в целом я хочу сказать, что был, конечно, какой-то риск и волнение путешествовать именно самолетами во время коронавируса, потому что все эти проверки, большое количество людей, ну, я так полагала. Вот. Но я хочу сказать, что в целом очень спокойно, прям очень спокойно, очень мало людей, я сейчас покажу. Прям аэропорт пустой. И мало того, что здесь многие кафешки, рестораны закрыты, вот, допустим, вот этот супермаркет, ну как, мини-супермаркет открыт, вот, а так в целом здесь в основном все закрыто. Я, конечно, представляю, какая здесь туса и как здесь классно, какая здесь атмосфера, когда тут все открыто и полно народу, вот. Но я хочу сказать, что мне больше нравится путешествовать, когда мало человек, людей, вот, и рассадка в аэропорт, в самолетах через одного, очень удобно, плюс еще, допустим, я лечу через турков, они забирают ручную кладь, что освобождает руки, и очень удобно передвигаться. Ну, в целом, что еще показать, он, конечно, сам аэропорт такой достаточно помпезный, я бы сказала, потому что здесь очень крутые бренды представлены. И вот я вижу здесь несколько ярусов, есть какой-то ресторан, видимо, он такой fancy. А я была в аэропорту в Чикаго, по-моему. Либо Чикаго, да, по-моему, Чикаго был. Мне очень понравился аэропорт, очень такой необычный. Там и скульптуры были различные, сделанные с подсветкой, и все так. Все так необычно, как будто бы ты не в аэропорту, а в каком-то музее современном. Вот, вот этот ресторан, несколько ярусов. Вот. Ну, хочу отметить, что поездка удалась на ура прям. Конечно, сэкономить и заработать прям так не получилось. Hi! Have a good day! Thank you! Вот. Но эмоции, позитив абсолютно точно получила, и я очень встретила огромное количество людей хороших, прям с положительной энергией, и попала в очень удачные, так сказать, руки к суперскому работодателю. Вот, и я безумно счастлива, безумно рада, я со всеми обменялась контактами, чтобы поддерживать связь. Вот. Такая у нас тут атмосфера спокойненькая. Что еще могу сказать? Что еще хочу сказать? Ну, в целом я наслаждаюсь, но я уже, конечно, готова вернуться домой. Тоже соскучилась по родне, по друзьям, по знакомым, по тренировкам моим любимым. Вот, так что вот такие дела. Ну, а как будет возможность, я, конечно, постараюсь снова приехать сюда. И, кстати, я когда летела, на посадку садился самолет, я видела в целом Лос-Анджелес, он, конечно, огромен, он прям вот реально огромный город, и мне захотелось прям покупать на недельку так приехать, чтобы было время и по различным знаменитым местам съездить, на пляж попасть. Starbucks. Кстати, можно сейчас будет прикупнуть холодный кофе. Вот. Что хочу я отметить, я сейчас постараюсь заснять, но я встретила людей. Я не могу сказать, что много таких, но прям люди действительно покупают маски на полностью, чтобы закрывали все лицо. Вот, я не знаю, насколько видно. Она такая прозрачная, просто вот одевается, такой коронка получается.
Ну, кто защищен, тот защищен, как сказать. Вот, вот еще один такой магазин. Здесь всякие сувениры у нас, перекус. До новых встреч!